Добрый день, если я хочу снимать видео на двух языках, допустим, сначала выпуск на русском, потом на английском, не будет ли это воспринято YouTube как дублирование контента? Да нет, то есть, смотрите, если у вас будет два выпуска, ну, вы, что такое видео, что такое аудио? Это цифры. Вот если я сейчас это говорю на русском языке, а потом завтра этот стрим проведу на английском языке с точно такой же темой, с точно такими же вопросами, это будут два абсолютно разных ролика и для YouTube, и для вас, потому что здесь вопрос идет о том, что мы сейчас некоторые ролики переводим на английский язык, да, мы вот накладываем поверх этого звука, как в кино, как сериалы приводят, не полностью дублированный контент, да, а поверх, то вот это может быть воспринято как дублирующий контент. А в вашем случае, если вы будете снимать так и так, то, наверное, нет. Но зачем? Вам проще сделать два канала. Первый канал на русском языке, а второй канал на английском языке, но на том же аккаунте. Пора-барабам.